В посольстве Казахстана в Брюсселе презентовали социальные проекты экспертного центра ЕС, реализованные в Казахстане. Фонд технического сотрудничества генерального директора по международному партнерству Еврокомиссии финансируется из средств Евросоюза. Платформа помогает улучшить доступ к трудоустройству и инклюзивным системам соцзащиты в 160 странах мира. На встрече приняли участие казахстанские дипломаты, европейские эксперты и представители дипмиссий стран Центральной Азии, Азербайджана и Монголии. Посол нашей страны в Бельгии и Люксембурге Маргулан Баймухан рассказал о реализации 5 проектов по улучшению соцзащиты, охраны труда и занятости. Представитель платформы Мажена Бреза представила возможности технического сотрудничества с фондом, а руководство Центра поддержки гражданских инициатив Астаны и общественного фонда ДОМ поделились опытом сотрудничества с организацией по улучшению системы мониторинга и оценкам соцпроектов, а также по созданию системы патронатного воспитания детей. Был хороший взаимный обмен мнениями. Я думаю, данную практику мы продолжим, так как вы видите, не только экономические инвестиционные управления, но и мы занимаемся тоже социально значимыми проектами, которые, безусловно, укрепят благосостояние и права наших граждан в Казахстане. И, естественно, мы этим опытом делимся с нашими центральноазиатскими и другими соседями в регионе. Мы знаем, что у Казахстана есть амбициозный план по тому, чтобы в стране не осталось детских домов. Некоторые страны ЕС должны брать пример. И у нас есть идея – деинституционализировать защиту несовершеннолетних и инвестировать в профессиональные семьи. И это то, что мы сделали в одном из наших проектов в Казахстане, реализованного с большим успехом. Последние 2 года мы активно сотрудничаем с вашей страной и заинтересованы в расширении сети наших партнеров в новых странах.